Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Surfpunk. У нас здесь что-то есть для открытия. Ну-ка, давай посмотрим. И это у нас ежедневка. Так, что нам выпадет здесь? Гемы, шестеренки. Так, снайпер. Ну, неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Зарядить. Испытание. Так, ну это нам не нужно. Здесь ничего бесплатного больше нету, получается, так. Новый артефакт. Забрать. Слушай, какой-то кастет мы с тобой сделали. Броня 2,5%, скорость 2%. И так, у нас еще тут на открытие. Ну-ка. Создать артефакт. Пускай создается, да? У нас с тобой всего артефактов 4 из 1000. Ты представляешь, сколько здесь их можно наклепать? Так, золотая шахта у нас переполнена. И я думаю, что надо приумножить золотишко. Так, и сколько мы получили? Слушай, ну, приличная сумма накапала у нас. А, доступны очки. Так, а у меня сколько очков-то? 7. Так, увеличение хоррор-урона. Так, урон у Саларов. А, это скорость у Саларов. Давай, наверное, скорость повысим. Крутить. Ну да, теперь я могу себе позволить крутануть. Пехотинец, забираем. Койот, забираем. Так, опять койот. Нам еще, ребята, нужно крутануть 4 раза. А у меня не хватает уже финансов. Придется копить. Так, ну что, друзья мои. Кстати, мы же еще с тобой можем... Ага, улучшить. Но нам лучше, наверное, вот этот вот приобрести. Скрафтить танк нужно, ага, 30 шестеренок, а у нас всего лишь 10. Тогда пока перебьемся. Я могу здесь, наверное, у себя... Так, вот, вот этого нужно улучшать обязательно. Шикарно, кстати, у него артефакты есть или... Мы, кстати, можем, по-моему, ему... Так, секундочку. А кастеты не могу я ему надеть? Слушай, а для кого же они тогда? Я думал, только для ближников. Так, здесь можно тоже улучшить, ребят. Окей. Слушай, ну смотри, здесь только броня почему-то показывается. А кто же тогда у нас носит кастеты? Вот что меня интересует. Так, я могу глянуть. Где это? Вот, хранилище. Ага, койот может носить. Все, понял. А койот у меня в команде вообще или нет? Койот у меня в команде. Поэтому мы ему кастеты эти как раз и дадим. Надевай. Так, отлично. Ну что, друзья мои, переходим на карту и смотрим, что у нас тут новенького. Тут можно, кстати, шестеренки заполучить. А, собрать. Окей, пускай тогда дальше копятся. Тут у нас все... Ох, ё-моё. Так, а на второй, на первой локации у нас что-нибудь есть? Ага, тут у нас только гемы. Увеличить уровень шестеренками. Нет, ребят, пока мне некогда увеличивать уровень, потому что нам шестеренки нужны и гемы, соответственно, тоже. Слушай, давай, наверное, вот здесь вот с тобой быстренько пробежим, попробуем здесь всех завалить и увидишь награда. Тут шестеренки можно заработать. Нам нужно с тобой 30 штук, чтобы купить новый танк. Ну что же, вперед, как говорится, братья мои. Ё-моё, тут, а тут летающий еще. Воу-воу-воу-воу. Ой-ой-ой. Подожди, а что это у меня за команда такая? Опа, неплохо он, кстати, валит. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Твою деб, ты посмотри, что творят. Выручай, бро, выручай. Давай этих собак, или кто это такие, я даже не знаю, ребята, так. Какие-то твари. Ужасные твари. Ты посмотри, что творят. Так, давай, скорб, выходи. Блин, мне кажется... Мне кажется, друзья мои, поехали. Фью. Кое-как выжили. Так, выходи. Блин, да их все больше и больше становится. Ты посмотри. Вот этот бром мне нужен. Обязательно, обязательно. Давай быстрее, подходи. Увеличиваем себе... энергию.
Да чтоб тебе, ну вы серьезно что ли? Как я тут с ними должен интересно справиться? Ребята, у меня все, база сейчас рухнет. Офигеть, а че так? Че так жестко-то? Ничего не надо увеличивать. Кстати, мы с тобой что-то получили. Это нам нужно было для крафта, по-моему, да? Вот, открыть. Вот этот крест мы заработали с тобой. И что у нас тут? Видите, умоляю, что это за бред? Вот, вот это уже хорошо. Зарядите, за рекламу. То есть 5 реклам смотришь, да, и заряжается у тебя вот этот вот бонус. Тут еще, видишь, про игрок есть. 790 рублей в месяц. Да вы что, совсем что ли опупили? 790 рублей в месяц. С чего такие ценники-то? С потолка, что ли? Слушай, ладно. Давай мы с тобой не будем искушать судьбу. Мы лучше пойдем с тобой дальше проходить основную кампанию. Потому что, ну, в этих шахтах что-то какая-то вообще дичь творится. Здесь, кстати, ё-моё, точка контроля 22. Давай попробуем здесь отбиться. Слушай, ну, насколько я помню, у нас ничего не получалось. Не получалось отбиться, потому что, ну, слишком слабые у меня юниты. Сейчас проверим, как здесь будет все это выглядеть. Начало такое, да? Танк, у меня танк очень фиговый, ребят. Так, тихо. Давай тяжа позовем. Блин, он фигово пробивает, ребят, эту броню. Нет. Ну, да шмальни-то разок-то. Я в шоке, что тут происходит. Наказывай давай всех тут. Нам, наверное, понадобится сейчас с тобой помощь нашей базы. Вот так вот. Слушай, ну вот эти вот, которые с броней, они очень, очень жесткие. Мои стрелки просто бесполезны здесь. Ты сам прекрасно это понимаешь, да? О, вышел чувачок с бластером. На! Смотри, смотри, сразу база начинает, ребята, защищаться, естественно. Бомбить своими этими ультимативными атаками. Так, сейчас мы с тобой, наверное, подкопим немножко энергии. Вот так вот, чтобы побольше ячеек у нас открылось. Слушай, по-моему, здесь победа будет... Ох, ёк, Макарёв, хотел сказать, победа будет за нами, но, по-моему, я поспешил это сказать. Замечательно. Еще откроем ячейку. Твою налево, что творят, а? Давай, Скорпион, быстрее. Но я думаю, все равно получится. Так, хорошо, сундук получили. Завалили. Да, рухнула, короче, базенка, друзья мои. И мы с вами проходим. Так, увеличить. Ну, нам нужно, ребята, с вами бабло. Потому что у нас там открываться должна ячейка. Ну и все равно деньги не будут лишними. Ну что, со спокойной душой переходим на следующий уровень. И это у нас 23-й получается. Так, ну враги, по-моему, те же самые. Ничего новенького я здесь не вижу. Так что давай сразу же в атаку пойдем. Я думаю, может быть, мне вернуть в команду своего чувачка, который у нас разбегается с молотом. Потому что у них слишком много бронированных пошло. И меня это напрягает. А, смотри, 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 что делает. Давай, стреляй по ним. Так, отталкивает малорик. Сейчас мы вызовем вот этого. Да, вот здесь, конечно, он пасует. Сразу же видно, ребята. Он силен, но против кучи войск он, конечно, не может ничего здесь сделать. Опа, связали. И завалили, зашибись. Хорош, бросай свои крюки. Голодранец. Так, нам нужен, наверное, вот этот вот. Давай, 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 отстреливаемся. Скорп, уходи. Так, ячейка. Давай еще откроем. Не, он молодец, он хорошо, ребята, стоит. Стоит до последнего. А базе вроде бы как крышка. Да. Ну что, опять будем с тобой тогда умножать бабло. Ну-ка, давай-ка крутанем. Опа.
Муэрта. Это что-то новенькое. У нас такой не было. Это новый юнит. Брутал. Так, здоровье 1К. Так, я еще могу ее прокачать при всем при этом. Брутал. Слушай, а брутал это крутые чувачки. Слушай, это, по-моему, у нас сейфай или как-то там, да? Сейфай. А кто у нас из бруталов? Вот так вот, да, значит, вы выглядите бруталы. Я даже не знаю, стоит ли мне менять. А, так, вот она, да? Улучшить. 1,21К. Брони вообще 0. Слушай, ну она ближник. Слушай, а если я поставлю ее вместо... вместо вот этого брутала. Просто хочу посмотреть, что эта Муэрта представляет из себя в деле. Так, 24-я миссия. Так получается. Поехали. Сейчас будут у нас тут разборочки. Новых монстров вроде бы нету. Так что я думаю, мы справимся. Что-то мы, кстати, давно с тобой не получали именно по заданиям новых юнитов. Это хорошо, что сейчас из сундучка я смог достать Муэрту эту. Опять же, не факт, что она хороша. Посмотрим. Вот я ее вызываю. Ну, слушай. В принципе, ребята, я ничего против не имею. Бьет она вроде неплохо. И по хпшкам она хороша. Пришли. Так, давай, снайпер, уходи. Офигеть. Мне еще нравится, что она ускоряется. Вот это, конечно, круто. И сдерживает хоть какое-то время вот этих вот ближников. Вот это замечательно. Вот это мне нравится. Так, опа. Подлый трюк, да, сделал? Жучара. Так, еще одна ячейка открыта у нас. Если сейчас будет слишком много врагов, я, естественно, буду делать ульту. Но будем надеяться, мы обойдемся без этого. Так, тихо, какие-то тут паучки поперли. Снайпер, уходи. Так, скорпиона выпускаем. Блин, пауки, конечно, в ближнем бою, да. Очень люто тут вытворяет дичь. Давай, наверное, так сделаем. И вот так. Ты видел, как она сиганула, ребят? Через пол экрана просто-напросто пробежала. Так, что? А-а-а, тут уже у нас две волны. Твою дивизию. Две волны, ребята. Надо помогать. Давай, Муэрта, выходи. Так, замечательно. Все, начинаем уже колбасить базу. Слушай, ну прикольный юнит. Мне понравился, ребят. Во всяком случае, лучше, чем который у нас был до этого. Ну что, следующая миссия у нас 25-я. Но здесь все по-старому. Ага, сундук. Если мы проходим с тобой это задание, мы получаем сундук. А в сундуке будут ништяки. Наверняка карточки на наших персонажей. А может быть, кого-нибудь и нового сможем вытянуть. Твою налево. Так, ну с этими паучарами, я думаю, мой сейфай сможет справиться? Нет, у них повышенная атака, ребята. Оу-оу-оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо, блин. Что-то пошло не так. Ну-ка. Хорошо, смотри, смотри, как она их рамсит. Вот это я понимаю. Вот это она по красоте. Вот тебе и брутал, да, Муэрта? Так, ну вот здесь, скорее всего, нам не поздоровится. Давай так сделаем. Зря я применил сейчас ульту. Ох, ёк, Макарёк, ты посмотри, что делает. Тут крысы, всякая навозная тварь ползет на меня. Окей. Разрубили, развалили. Давай, давай, ускоряйся. Отлично. Так, будем сейчас базу. Сколько здесь? Один этап, отлично.
То есть это единственная база, которая здесь будет. Скорпион, блин, погиб. Ладно, ничего страшного. Так, открываем еще одну ячейку. Пока наши здесь сдерживаем, да? Выходи. Слушай, все, базу мы распинали с тобой. Прикольно, прикольно. Так, а вот теперь мне хочется узнать, что в этом, ребята, сундуке будет лежать. А, мне еще нужно его будет взломать. Твою налево. 3 часа, ребят, дается нам на взлом. Денег по-прежнему маловато. Нам нужно с тобой 6000, чтобы открыть. И 3 раза. Потом мы откроем с тобой суперсферу, в которой, видимо, будет что-то вкусненькое. Так, что у нас здесь? Золото с битв увеличенное. ХП всем танкам. Увеличение урона модулей танка. Но это, видимо, для нашего танка. Универсального урона увеличение. Так, ходьбы миротворцев, намадов, саларов. А почему он только ходьбу увеличивает? Увеличение сайфай урона. Вот, тоже это надо, ребята. Погнали, смотрим, что у нас там. Следующий, 26-я миссия. Это, видимо, у нас типа какой-то городочек. Ну что, погнали. Атаковать, как говорится, нам не привыкать. А вот это, я понимаю, ребята, нейтралы. Вот это их незначок. Так, тихо. Паучки успокоились. Наш танк вообще слабый. Ты видел, как он наносит урон? Ничтожно мало, вообще, ребят, ничтожно мало. Зачем я вызвал снайпера сюда? Оу, щит. Давай, отбиваемся, братва. Нас тут прижучивают. Фух. Вроде потихоньку отбиваемся. Блин, эти пауки, а. Есть контакт. Крыс убираем с поля боя. Нафиг они нам здесь не нужны. Давай, снайперюга. Замечательно. Вот то, что она делает ускорение и подбегает очень быстро к нашим врагам, это большой, ребята, для нее плюс. По-моему, базе крышка сейчас будет, да? Тебе не кажется так? Хотя, погоди. Да, да, друзья мои, запинали. Слушай, давай-ка, наверное, крутанем. Опачки, док. Еще один новый юнит. Это миротворец обычный, тип урона хоррор. Понятно, хоррор, да, значит? Доктор. А хилять он, интересно, умеет или нет? Это я не знаю, это мы с тобой проверим. Так, ну что? У них кто-нибудь тут появляется новый? Слушай, а вот этот тут, по-моему, не был, да? Это что-то новенькое. Смотри, контролирующие юниты. Тут даже показывается, кто. Хорроры здесь рулит. Слушай, я, наверное, возьму в отряд его. Он у меня, правда, не прокачанный. Вот кого... Блин, кстати, мы с тобой вот этого вообще не берем. Давай, наверное, мы его уберем из нашей команды. А вот этого добавим. Вначале улучшим, естественно. Вот таким вот образом. Навыки. Самоуничтожение. Взрывается после смерти, нанося урон ближайшим врагам в размере 50% урона. Слушай, ну это вообще имба. То есть он умирает не зря. Вот как-то такой у нас отряд с тобой получается. Причем довольно неплохой. Ну что, погнали? Атаковать, естественно. Бруталы против сайфаев, я так понимаю, да? Рулят. Новый враг ослабляет ближайших юнитов. Наших юнитов терзают кошмары после встречи с ним. Это, ребята, культ Брутал Блэк. Это что ли типа босса или как? А ну-ка давай, для проверки проверим. Это он так вот казнит их всех? Док, ну ты красавчик. Но правда против культа он, конечно, слабоват. Но если брать по совокупности, то он очень крут. Блин, скорпа сейчас разберут. Ну-ка, док, выходи.
Так, вызываем Муэрду. Пускай он тут разберется с ними. Но док вообще, ребята, какой-то имбовый, если честно. Так, ячейку взяли. Открыли. Все. Да, слушай, ну с таким можно, ребята, и проходить, наверное, я думаю, испытания с нашим доктором. Нам нужно накопить 7000 голды, чтобы открыть предпоследний, так сказать, сундук. Доступные очки, я пока не буду, ребята, их тратить. Давай-ка посмотрим, что нас тут дальше-то ожидает. Когда мы пройдем-то с тобой, а? Дальше я не могу понять. Мы как бы на одном месте с тобой зависли, и все. Так, ёк-макарёк, друзья мои. Тут еще новая тварь появляется. Сейчас нам, по ходу дела, про нее напишут. Кто это такой? Какой-то крикун. Зомбот. Еще один удачный эксперимент над зомбами. Тупой, но меткий. То есть он стреляет? Да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, блин. Так, давай-давай-давай, сейфай. Да, ребята, они стреляют. И причем очень сильно. Ёк-макарёк. Вот это мы влипли. Вот это мы влипли, по ходу дела, друзья. Хотя Муэрта вроде бы справляется, да? Причем неплохо так помогла она нам. Слушай, ну вот это вот слишком имбово, мне кажется. Вы что, оборзели, что ли? Строчат. Давай, док. Вся надежда на тебя. Пора их валить тут всех. А то, я смотрю, расслабились они тут. Этап один будет, да? Окей. Ну, снайперюги, валим, валим, валим этих чудил. Шикарно. Твою налево. Ну как они так делают, а? Док, выходим. Теперь вызовем скорпионов. Ай-яй-яй. Ё-моё, ульту, да, сделал? Гадёныш, ты посмотрел, он сделал ульту. Док, ты слишком медленно идешь, блин, пока добрался, ребята. Давай тоже применим тогда с тобой. И он применяет, да, ульту сразу же. Правильно. Быстренько надо к базе добегать вражеской и начинать ее уничтожать. Скорпиона позовем. Е! Победа здесь за нами. Короче, пошел я крутить девайс. Девастатор. Это опять что-то новенькое, ребята. И это брутал. Девастатор. Так, понятно. Надо его, естественно, прокачать и прочитать про него, что он вообще умеет. Кто он вообще такой? Ну, я понял, что он брутал. Так, вот он. Улучшаем. Так, теперь почитаем, кто ты такой. Машина для убийств. Никогда не промахивается. Никогда не промахивается. А вместо кого тебя взять-то? Вместо скорпиона? Даже не знаю, но давай попробуем. Надеюсь, я об этом не пожалею. Надеюсь. Так, новый артефакт. Что, уже сделался, что ли? Так, и что же это у нас? Рюкзак, получается, да? Открыть. Последний шанс. Создать артефакт. Уничтожить конвертер. Получить мгновенно. Ну, давай сразу получим. Забираем. И открываем следующий. Блин, ну шестеренки, ребята, тратить, ну неохота. Для кого вот этот рюкзак нужен? Кому этот артефакт вообще предназначен? Зайдем. Блин, не в шахту надо мне. Погоди-ка, погоди-ка, а где у меня артефакты-то хранятся? Это шахты, это сундуки, это
Дайсы, девайсы. Так, сайфай сильнее, чем хоррор. Хоррор сильнее, чем брутал. Брутал сильнее, чем сайфай. Понятно. Мне непонятно другое. Артефакт. Я хочу, например, поставить, улучшить. Опа, эпик. Заменить. Это эпический артефакт мы с тобой сделали, прикинь. Да, да, я хочу заменить, конечно, ребята. Так, установили. На девастатора. Доктор, тебя можно улучшить? Обычный. Не могу понять, для кого мы с тобой сделали артефакт, который я не могу никуда, ребят, надеть. У нас... Вот он, да? Так, под... Опа. Понял. Муэрти. А этот... Можно скорпиону, в принципе, отдать. Так, заходим сюда. Муэрти, тебе даем рюкзак. Можно улучшить, естественно. Вот этот, ух ты, легендарный рюкзак. Ё-моё, не просто, а легендарный, друзья мои. Ёк-макарёк. Так, ну а тут артефакт у нас здесь, по-моему, ни для кого, да, уже не годится. Этих можно прокачать, но я не вижу смысла, они вообще нейтралы, лопушки какие-то. Ну что, переходим на карту и смотрим, ребята. Так, 29-я миссия. Скоро, кстати, будет, судя по всему, босс. 30-й уровень. Уже, как говорится, не за горами. Мы с тобой уже одного босса валили, да? Довольно такой серьезный чувачок был. Надеюсь, и этого завалим. Погнали. Так, стрелки, да? Ну, давай проверим, насколько хороша. Слушай, стреляет довольно быстро, если честно. Вау. Нормуль, мне нравится, друзья, мне нравится, пока все идет хорошо. Док, 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 вручай. Да, против ближников, конечно, не особо. Ну, ребята, это был снайпер все-таки. У этого очень долгая перезарядка, но очень большой урон. Давай, давай, этих сектантов валим. Муэрта. Она, кстати, похожа чем-то вот на этих сектантов. На эти гаденыши. Захотели там чего, а? Тут будет всего лишь один этап. Так что норма. Ё-моё. Какие-то злосчастные крысы нас здесь подбили. Давай, Муэрта, выходи. Нет, конечно, когда танки прикрывают стрелков, это хорошо, ребят. Это очень хорошо, так и должно быть, в принципе. Блин, да какой же ты ватный-то оказываешься, а? Моя девчуля только лишь одна здесь. Он медленно ходит, но в принципе нормально. Так, если кто-то выйдет, мы вот так с тобой сделаем. Давай, док, беги. У него эти такие клинки, как у протасов, да? Из Старкрафта. Все, 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 все. Базе крышка, друзья мои. Замечательно. Так, друзья мои, 30 уровень. И, скорее всего, здесь будет босяцкий. Так, смотри-ка. Вот этого мы, по-моему, не видели с тобой. Босс, 30. Так, контр-юниты. У меня ни одного такого не стоит. Ладно, фиг с ним. Попробуем. Вдруг на шару получится. Хотя я почему-то сомневаюсь. Босяцкий. Сейчас, наверное, покажут нам, кто тут у нас будет. Вот, новый враг. Акс. Хладнокровный рубака. Своими мощными ударами может оттолкнуть назад нашего юнита. Новый враг. Мясник. Жестокий предводитель рейдеров убил орду своих подчиненных и в два раза больше врагов. Каждый житель пустоши мечтает утопить его в кислоте.
Ты понял? Так, ну что, друзья мои, давай проверим. Хорошо, она бомбит. Хорошо, ребята. Так, сколько здесь? Два этапа, я понял. На втором этапе нас будет уже поджидать Босяцкий. Это 100%. Так, снайпер, снайпера валим. Оу. Так, Муэрто, выбегай. Отлично. Вот этот снайпер, кстати, сзади очень хорошо прикрывает наших юнитов. Очень хорошо, прям великолепно. А вот то, что вот это, конечно, делают, они станет. Это там очень больно. Молодцы. По красоте. Так, сейчас мы с тобой, наверное, попробуем. Ой-ой-ой. Справились. Второй этап, ребята. Сейчас будет Босяцкий. Победа? Подожди. А как же второй этап? Там два этапа было, ребят, написано. Ладно. У меня, знаешь, какое сложилось впечатление? Что этот босс просто не успел выйти. Как ни странно. Ну что, давай крутанем. Так, чего там такое? Берзеркер. Да, мы его забираем. А тут, ребята, чтобы открыть вот этот улучшенный, нам теперь надо 20 тысяч монет. 20 тысяч монет. Кстати, шестеренки мы накопили. Ну-ка. 14 часов будет. Или... А, нет, тут, наверное, 1 час. Да, ребята, 1 час. Можно, конечно, моментально закончить. Давай моментально. Выбираем. Так, здоровье, урон и бласт. Бласт это, видимо, есть ульта. Вот так вот. А для того, чтобы получить второй уровень, что нужно нам сделать? Так, а по урону... Здоровье 4-4. Давай-ка мы, например, сравним. 3-6. Нет, конечно, этот танк круче будет. Ну что, друзья мои, очередную заходочку. Давай посмотрим. Да, у нас доступна новая лока. И, соответственно, новые враги. Я уже вижу здесь, ё-моё, это что там за исчадие ада? Сейчас, по-моему, будет трэш. Нам надо было с собой заказать артефакт. У нас с тобой есть шестеренки, да, по-моему? Новый враг, кости. Один из удачных биоэкспериментов культа над обычными зомбами, пустоши. Быстрые упыри со стрельщими костяными шипами. Удачный эксперимент над цербером пустоши. Теперь через его челюсти проходит не кислота, а смертельный ток. Замечательно. Ну что, давай посмотрим. Воу-воу-воу-воу, бегут, ну-ка. Справишься с ними? Чего? Трындец. Раскромсали. Так, сейфер, давай. Они его сейчас тоже заколбасят, ребят. Так, док, ты-то как? Трындец. Ой, как мне это все не нравится. Ни ульты, ничего нету, прикинь. Да. Неудачно, ребята, неудачно. Продолжить, конечно, фиг ли. Ты думаешь, я буду сдаваться раньше времени? Нет, конечно. Сейчас отомщу. Сейчас, друзья мои, все у нас получится. Так. 31-я миссия, атаковать. Тут у нас, правда, вот контр-юниты. Может быть, взять, попробовать их? Ладно, если мы с тобой сейчас не пройдем, я возьму. Там нужно будет взять койота. Брутала поменять. Ладно, глядим. Я уже понял, что здесь сайфай вообще как-то, ребят. Да прям вот, блин, настолько мощные, что ли. Я вот не могу, ребят, даже слов у меня нету. Прям настолько крутыши, да? Я, блин, ничего не могу сделать, а они, смотри, смотри, просто меня выносят здесь. Давай, давай, Муэрто. Это единственное, наверное, кто мне здесь может помочь. Ну еще ульта, которую я, блин, фиг накоплю. Накопил. Фью. Трэш.
Очень, ребята, мощные эти пошли, конечно, тут противники. Особенно вот эти вот. Иди отсюда. Так, там еще и стрелки. Но с ними мы издалека неплохо расправляемся, да? Давай, родная моя, валим их. Посмотри, посмотри, сколько их тут. Просто полюбуйся. Неужели справимся, а? Хотел... Что? Это что сейчас было, блин? Это, по ходу дела, он тоже ульту, да, свою мочканул? Не иначе, блин. Офигеть, взрыв, конечно, был. Все мои полегли, которые были. Ладно, гаденыш. Раз ты так играешь по таким правилам, мы тогда будем тоже по своим играть. Так, Мерта, выходи. Ну давай, 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 быстрее. Там осталось ему совсем чуть-чуть. Есть. Все, друзья мои, я же говорил, положим мы его на плаху. Мы это и сделали. Ну что, дорогие друзья, на этом, наверное, пожалуй, мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.